Добро пожаловать, меня зовут Север, это прохождение мобильного арка. Приятного тебе просмотра. Видосов не было, наверное, неделю или чуть больше, так как я собирал материал, ведь меня попросили делать видосы подлиннее. Ну, ваше дело попросить, мое дело сделать. Я планирую приручить Зекуса, так как в прошлый раз у меня не получилось, потому что я Экуса приручал вот на полном серьезе, вроде как один раз в жизни в локалке. И то у меня... Это как-то через жопу получилось, но все же получилось. Мне нужен Экус любого уровня, даже вот 20-й подойдет. Бля, а ты можешь, пожалуйста, не отходить от меня? Я же на корточках. Вот я к нему только подхожу, только приближаюсь, он сразу начинает отходить. Я садиться на него немножко боюсь, потому что... Мало ли, у меня с реакцией не все гуд, и я не успею прожать, когда нужно будет. А, сразу две морковки. А, ебать, он приручился. За выполнение этого задания нам дают седло на Экуса. Теперь мне нужен ихтиозавр, так как уже 5-я серия, а у меня подводной живки до сих пор нету. Обычно я приручу ихтиозавра в самом начале локалки, так как это очень полезное существо. Да и обычно я развиваюсь сразу же на плоту. Знаешь, я еще никогда не приручал манту, и хочется попробовать. По идее, она такая же быстрая, как и ихти, но у нее анимация такая более приятная. А еще я родился снайпером. Нашел 95-ю, ну это уже хотя бы что-то. Хотя я приручил 100+, или 120+, но... К сожалению, это нормальная сложность, здесь такую живку встретить редкость. Последний раз ее покормить. Все, манта у меня. Сейчас мы прокатимся на манте, посмотрим, как она себя чувствует. Я уже посмотрел, у ихти и у нее довольно-таки похожие статы, несмотря на то, что они разного уровня. Возможно, манта такого же уровня, как ихти, будет намного слабее. И катается, точнее, плавает она очень прикольно, мне очень нравится. Анимация у нее очень приятная на глаз. Тайма Галилимуса. Я хочу сегодня пройтись полностью по веткам приручения и готовки киблов. В принципе, я думаю, у меня это... Ну, получится, так как... Блять. Придется приручать 45-го Галилимуса. Представьте, что прошлый кадр вы не видели. Ага, и сколько у тебя глушения набирается с одного выстрела? Еще один раз нужен, ну-ка. Все, должно хватить. Да, все хватает. Мы можем ее приручать. Прикол в том, то, что у Галилимуса очень быстро падает оглушение, а вот насчет еды я такого сказать не могу. Хотя биотоксин довольно-таки хорошо работает. Я помню, когда-то в локалке хотел тоже приручить Галилимуса. У меня не было ни наркобери, ни наркоты. Я скармливал ему потом наркобери, когда собирал. И оглушение вообще не поднималось. Я подумал, то, что на него вообще не работают наркотики и подобная чушь. 85-й тапок, почему бы и нет, в принципе. Пригодится, например, для приручения. Понятно. Так, остается вроде как последний укус, как я и говорил. Оглушение у него спадает довольно-таки быстро. Не спрашиваю, зачем это таскаю с собой билборды, просто я хочу приручить себе тиризинозавра, но раз уж я начал проходить потихонечку ветку заданий с приручениями, то, в принципе, я думаю, подождет. И не спрашиваю, почему его зовут Никита. Если нужно будет, сам поймешь. Ну, Галилимус катается прикольно, конечно, я не буду спорить. А где урон от падения? Прикольно. Нашел 90-го тапка. Надеюсь, у меня в этот раз получится приручить его без всяких проблем. То бишь, я его не убью, как в прошлый раз. В принципе, не должен. Двух стрел ему должно хватить. Да, все верно. С одного укуса она приручилась на 67%. В принципе, хорошо. Я сейчас сдохну, да? Блять. Если дальше идти так по называемому сюжету, нам нужно приручить раптора. Обычно я всегда рапторов приручаю в начале выживания, но только на серверах с первого уровня и локалке, естественно. А в этот раз что-то у меня не срослось с ним. Там, чё, кто у меня был первым-то животным, я уже не помню. А, ну, Трайк и Псернодон. И, в принципе, мне этих двух было достаточно.
Сейчас мы его, короче, поближе к базе отнесем, приручим и... Ой, по кайфу, короче, будет. Итак, попробуем его приручить без бальзама, не хочу тратить. 27% с одного прайма. Ну, в принципе, неплохо, если что, добьем мясо. Отлетел убить бронтом. Свищу. Моего раптора нигде нету. Рядом ошивался еще один раптор, я его убил. Ну, довольно-таки классно, что. А если он в приручных существах? А куда он мог деться? Выполним задание, холодно дышать, согрейте руки. Ненавижу мех собирать, он собирается в маленьких количествах, если собирать трупы живкой. 300 экспы дают за это задание, но я считаю, то, что это мало. Хотя бы 500 было бы уже хорошо. Теперь мы готовим кибл паразаврам. Я думаю сделать, наверное, еще одно задание на кибл, если у меня найдутся ингредиенты, или же я смогу, например, овощи купить... в шеф-станции. Берем задание на хитиновую броню. В душе не ебу, как оно переводится, если честно, потому что я на русском языке не играл буквально с самого начала игры, то бишь, когда я только начал. И да, я еще сделал задание на камуфляж, но у меня не записалось, потому что памяти не хватало. Ну, короче, просто знаете, я сделал и то, и то. Теперь задание на металл-флаг. Мне вот интересно, есть ли задание на полимерный сет, ну, то бишь штурмовой. Знаешь, я хочу построиться немножко поближе к берегу, или же на самом береге, так там более ровное место, там мне будет банально удобнее, водная живка будет рядом, в общем, одни плюсы. Немножко пофармил главы пещеры бальзамов, ну, естественно, немножко оружия. И извините, если тороплю события, я по-другому не умею. Теперь посмотрим, сколько всего выйдет металла, всего, что я нафармил. Я уже немножко отсортировал, хорошую винтовку я оставил, а остальное мне, в принципе, не нужно. Я думаю, выйдет плюс-минус косарь. А, даже больше. 1414 металла, вот. Слушай, я тут уже на монтаже смотрю, как-то ролик получается довольно-таки коротким, 7 минут 30 секунд. Материал, конечно, еще есть, но на 30 минут вряд ли выйдет, может, на минут 15. Дальше по заданию нам нужно приручить мегалодона, в принципе, я не против. Тем более, он нам пригодится для приручения Тусатеуса, или как правильно его назвать. Я его название полностью никогда не выговаривал, то бишь Тусик. Седло на мегалодона есть, и мы можем уже идти приручать. Я надеюсь, найду хотя бы 120 уровня. 95-й мегалодон, максимально, что я смог найти, но... Я еще нашел 140-го. Ну и немножко отплыл, он задеспаунился. И все, вот тебе здрасте. Поэтому будем оглушать вот этого. Приручил мегалодона, выполнил задание, получил 8000 экспы. Как я говорил ранее, мне нужен мегалодон только для приручения Тусатеуса. Так что я думаю, стамину ему немножко прокачаем до 1200, как я показал. А остальное, я думаю, можно влить хп. 6998 плюс. Не знаю, стоит, нет. Ну ладно. По итогу 9879 экспы, если я еще найду более-менее хороший чертеж седла на мегалодона, будет очень даже прекрасно. Спустя столько времени у меня наконец-то появляются дротики. Мы забираем весь этот порох, который можно. Потому что вроде как верстаки еще есть, а нет, нету. Ну ладно, хотя бы что-то сейчас скрафтим немножко. Пули, они вроде как крафтятся по 5 штук, поэтому мы скрафтим 10. Для дротиков нужен металл, пули для винтовки и, естественно, наркотики. Так, стоп, а нахрена я крафчу обычные пули? Ну я гений, не спрашивайте, вот серьезно. А просто не спрашивайте, пропустите это мимо ушей и не обращайте на это внимания. И по итогу, сколько у меня получится дротиков? 80. Ну, на первое время хватит. Теперь у нас по плану Кастаридос. Опять же, мне нахрен он не нужен, потому что я буду томить мамонта высокоуровневого. Я знаю то, что у мамонта вес снижается вроде как на 75%, в то время как у Кастаридоса он снижается на 75%. Но в то же время у Кастаридоса намного лучше сбор древесины как раз таки, но... Нахрена мне этот сбор древесины, если у него на 25%, то бишь на четверть снижение веса меньше. Сейчас он приручится по-быренькому.
Крис P95 с межибери тамится довольно-таки неплохо, все. И мне очень интересно, что дают за это задание. Честно, я в душе не помню, потому что последнее время... Ой, последний раз, когда я приручал Косторицы, это была одиночка именно по заданию. Потому что когда я на серваках играл, я, наверное, на задание Боу забивал. Токсичные стрелы. В количестве 20 штук. Ну окей, для булочки пойдет. И теперь, впервые в этом выживании, я ставлю дротики. 240 дротиков? Они по 3 крафтятся, что ли? Ой, какой кайф! Преследование на готовку кибла из яйца карбонемиса выполнено. Итак, приручаю, собственно, как его зовут, Бронта. Интересно проверить, сколько с одной токсичной стрелы влетает оглушение. 1250. Бронта 55, да, не обращайте внимания, я просто облетел всю карту уже по несколько раз. Причем, я, наверное, потратил часа 2 на поиски, и пока что это самый высокий уровень, которого я нашел. В принципе, у него статы и так будут хорошие, у него будет хорошо вес, нормально так ХП должно быть. И единственная проблема будет с уроном. И придется фармить немножко больше, чем если бы был топовый Бронта. Ох, какой же кайф сейчас стрелять с... А чё музыка играет-то? Ладно, срать. Какой же кайф стрелять с винтовки. Я это обожаю, всегда это любил. Все, он спит. Сейчас мы его по-быстренькому приручим. Ну как по-быстренькому? Придется подождать немножко. Чего? Один раз поспал, скормил ему киба, он вроде как приручился на 20% садового кибла. 55-й Бронта, дядя. Отдай-ка свой токсин и ягоды. Сейчас мы тебя назовем. Ой, дадим тебе имя. Да, очень много у меня, конечно, чертежей не нужно. По статам, как я говорил, в принципе, более-менее, но урон очень сильно хромает. Как мы его назовем-то? Пусть будет кабан, почему бы и нет. А вот за это задание... А вот за это задание тоже не помню, что дают. Сейчас проверим. Очень полезно, спасибо большое. Теперь начинается самое тяжкое. Я должен принести все ресурсы на берег. Блять. Я долго думал, стоит ли показывать то, как я строю новый домик. Я думаю, вы уже понимаете, какой он будет. Практически только точно такой же, но немножечко улучшенный. Что могу сказать? Давайте с голосом будет только то, как я поставлю фундаменты. Так, там вроде как правильное количество. Здесь я еще не должен ставить же, да? Вроде не должен. Знаешь, что предлагаю? Вот здесь у меня было 4 фундамента, в этот раз я поставлю 6. Все, погнали. Я не показал большую часть того, как я строил этот дом, но вы меня поймите, так как время меня поджимает, ролик нужно выпускать поскорее уже, потому что прошло уже, наверное, больше недели, как последний ролик вышел. Но если вы захотите, я сниму подробный гайд, как снять, о господи, как построить эту херню, то бишь подобный домик. Все зависит от вас, в общем-то. Я устал, ребят, честно. Ну, что могу сказать-то?
Переходим к обзору дому. Здесь у нас как бы стоит такой маленький загончик с охотинами на блуждание. Здесь у нас находятся все фармеры травоядные, то бишь здесь у нас два хищника одного размера практически. Здесь леталки, здесь кабан. Кабан. Почему я кабаном назвал, не знаю. Здесь у нас в будущем будет, естественно, грядка. Все краны работают вроде как. Да, прекрасно. Парниковый эффект 300%. Это вам на будущее. Чтобы получить 300%, должен быть полностью парниковый дом. Только, ну, естественно, помимо фундамента. Чего начать-то? Я даже не знаю, давайте зайдем вперед. Хотя нет, и с улицы тоже начать. Значит, здесь компост делается, здесь у нас скамейка, не знаю зачем. Потом уберу, может быть, котелок. Я здесь варил краски, промышленные гриль, холодильник, чтобы делать всякие супер-праймы. Такой столик красненький, я думал здесь делать вечный огонь, но что-то подлагивает иногда, и фармить мне что-то лень. Здесь у нас куча чертежей ненужных. Я хочу сегодня пофармить. Здесь у нас холодильники. В одном яйца и киблы, в другом вот все такое, то бишь еда и т.д. Здесь у нас стоит фабрикатор. В принципе, по ресурсам довольно неплохо. Вот такие вот ресурсы. Заходим в эту комнату, здесь у нас уже немножко побольше поместилось. Здесь стоит стенд, который я получил с задания на приручение Бронта. Я могу его надеть, но... Я же могу себе надеть, да? Я что-то пытаюсь нажать. А, Equipment Tab. Вот, короче. Возьмем обратно, сейчас только щит сниму, чтобы обратно его положить. Ну, здесь, понятное дело, кровать. Здесь стоит 4 печки и одна вот такая печь, чисто, чтобы как дымоход было. Здесь стоят два ящика. В этом ящике более важный ресурс, а здесь такой, ну, параша. Ну, в принципе, все. Мне нужна фиомия. ПВЕ-шеры меня понимают, да и ПВП-шер, в принципе, тоже. То бишь для грядок, для удобрений. Не хотелось бы высокоуровневую, но раз уж тут 130-е, то, в принципе, можно. Я думаю, у нас одно дротик упадет. Да, все верно. Оглушение вроде как у нее падает очень быстро, а вот насчет еды, еда у нее тоже очень быстро падает, и фактически она приручается безостановочно. Я все-таки потрачу на нее бальзам, потому что у меня нет времени ждать. Я постоянно записываю обрывками, то бишь 30 минут в один день, 2 часа в другой, я в третий вообще 10 минут. Как и говорил, она приручается безостановочно, 194 получается. И в принципе насрать, какого уровня она была, сразу бы она все равно одинаково. Последнее, что я сделал в этом ролике, это приручу Аранеллу для того, чтобы забрать все заметки в хардзинке. Болотки я буду на волке, в принципе. Ну, скажу так, я на самом-то деле уже забрал большое количество заметок. Точнее сказать, везде у меня перегруз. Ладно, вот такой вот ролик у нас получился. Напиши, пожалуйста, в комментариях, понравился он тебе или нет. Если не трудно, поставь лайк. И до скорых встреч. Помни, все только начинается. Согласись, чего-то этому дому не хватает. Давай мы это исправим. Этот человек снимает рейды. Много рейдов на PvP-сервере. Несколько раз офлил сервак, баня за любое сказанное в их сторону слово. Готовы были закрыть серф из-за одного читака, который якобы взломал от пересуть. После всей этой нервотрепки Егор сказал...